Да это узбек вонючий. Молодец. Страна в мире. В России нет места для существования. Россия самая демократическая страна в мире. А может, ворюгой поганой? Какой зарки случайно проходить можно? Ты снимаешь уже? Был такой маленький старый город. Но новый старый. Это возможно как? Городовой класс. Как я обожаю такие места. Yeah.
Это великое место, которое... Thank you.
Сливать будет. Голубо. Пошли. Тычки стабилизатор реально работает, да?
почему? У тебя тут оптические же стабилизаторы. Это четкий съемок, смотри, функция четкого съемка. Kyllä se tästä. Не выкидывай. Спасибо.
Ты выкинул? А что, тебе надо? А чего тебе? А нафига она тебя лежат? Она же не закрывается. Говорил, лучше бы я не тратил. Открывай эту. Кошелку. Да. Кошелку. Как это? Кошелки открываются. На себя? Давай, не открывай. Даже на себя. Все? Пошли. А вон бобец с головой, 24 часа. Получается, доехать до Стокгольма по-любому. Правильно? Мы тут были. Смотри, вот где мы питались. Вот это мне нравится, жук. Тебе нравится Ниссан жук? Да. Трехдверный. Да. Пятидверный. Трех. Пяти. Почему? Три двери. Я не знаю.
смотри, как реально дворик такие, посмотри. Нет? 100%. Или ты, может, не видел их? Нет. Где-то точно нет. Теперь можешь сказать, что... И то, и то. А? И ты так понял то, что нам сказали 400 евро. Слышишь? Mm? Зайди сюда-то. Мне хотелось бы просто задать вопрос, что надо украсть, чтобы жить в этом доме? Жизнь человеческая. Нет, самое я не готов. В этом мире. Не готов. Такой, ну, такой есть удочка, я помню. Ага. Ну, она и такая уютная. Спустись туда, посмотри, что там. Иди, скажешь мне, иди так прямо. Да? Да, ну это умный парень, ты вспомнишь? А это меня и дело. Да? Вообще получится кадр офигенный. Иди сюда, сядь туда. Ты видишь, я делом занят. Thank you.
перед женой, которая его дали визитку. Вот мы не так, я так и не смог тебе показать витрину с бабами голыми. Она просто пропустила тебя. Да, конечно. У девушки прошел. Понюхай, как это, кстати, пахнет. Сейчас. В углубление встань. Руку вставил, мой кадр. Давай, вставай. Мне стыдно. Венца не взял. Ты что, под бухло, что ли, под сеньку впитываешь? Может, еще пару косяков нужно? Знаешь, что если бы мы сейчас курили бы сигареты, мы бы... Мы больше так не будем. Мне страшно. Это тоже надо показать Марине. Будет. Пластиковый. На пупырный. Я могу целоваться, ебать. Да.
чтобы реально видеть, что не вижу ничего. Здесь нет ничего. Там официант вышел. А вот там две бабы, видишь, сидят? По этой херне. Ну так пошли спать. Поспать здесь, да. А где мы находимся? На площади. А где еда? Еда. Бабуйня осталась, кроме еды. Сладкая моя.
Я думаю, что мы пойдем в гостиницу на часов 6-7, не раньше. Не, надо сейчас идти. Ты что, смеешься, что ли? Сейчас ты можешь пойти, знаешь, куда? Куда? К хостелу, где 8 человек. Ты будешь 9-м там. А ты сегодня не нужен? Пойдем. Надеюсь, в офис? Ой, в отель? Вот! Ну, в офис! Вышки. Вечно в кадр надо залезть. Бабуйня. Уселся. Улыбайся давай. Смешно улыбаться, меня не видно, ты пойми меня правильно. Меня не видно. Потому что взгляд добрый, мне резкий, вот. Вещи стало.